Привет всем, друзья, с вами я, Дима, и сегодня я вам покажу, где найти еще один секретный транспорт, а именно секретный самолет. Вот тут он находится на карте, и как и в случае с машиной, его не получится взять просто так. Здесь будут какие-то бандиты, их нужно будет сначала застрелить. И я не знаю, может быть вы сразу подплывете, возьмете самолет, может быть начнете пальбу по ним, но в любом случае вам нужно будет от них угонять. Ну и насколько я знаю, раньше в GTA 5 в оригинальной версии не было этого самолета, появился он только вот сейчас. Преимущество этого самолета в том, что его можно будет посадить на воду. Ну то есть, я думаю, вы понимаете, да, у него там снизу такие специальные, я даже не знаю, как называются эти приспособления. Ну и как, опять же, в случае с автомобилем, этот самолет можно будет найти еще в пару местах. Вот здесь. Либо же вот здесь. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Удачного полета.